трассе Оренбург-Казань в районе села Аркаевка Абдулинского района 35-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, двигаясь со стороны города Оренбург в сторону города Казань, не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля ВАЗ под управлением водителя, который приступил к выполнению маневра поворот налево. Поворот при этом разрешен и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21102 с диагнозом открытый перелом правой голени госпитализирован в ГБУС, городская больница города Абдулино. По данному факту ведется проверка.